Человек мне говорил использовать часы, но он не сказал, что они делают. Ну что ж, попробую. Ого, я стал невидимым. А вот, кстати, этот самый человек смотрит на хороший плакат. Видимо, новый фильм. Ну что ж, не буду его мучить. Эх, а хороший был, наверное. А что это у него там в кармашке? Это что, кот? 4, 5, 6, 7, 9. Странный код, но я его возьму. Так, надо позвонить тому, кто задал это мне задание. Правда, он не сказал своего имени, но номер оставил. 7, 4, 5, 6, 9, 8, 5. Алло? Алло, алло, да. Привет. Я выполню задание. Ха, отлично. Ты серьезно справился с ним? Это было очень легко. Удивительно. В этот раз он какой-то был рассеянный, наверное. Он смотрел на плакат фильма «Оно 3». Там еще была приписка снизу Half-Life 3. Видимо, это его очень сильно заворожило. Ясно. Ну что ж, молодец. Второе задание выполнено. И за это я тебе могу вручить то, что ты всегда хотел. Возможно. Вечный покой. Нож, который самый идеальный для всех наемников. Я слышал, он вроде где-то хранится в музее. Он был создан во французские времена, во Франции. Но я его как-то достал каким-то образом, так что встречаемся снова на мосту, я тебе там его вручу. Хорошо. Так, вроде бы он говорил, что мы опять встретимся на мосту. Он мне говорил, что он мне даст вечный покой, самый лучший ножик. Привет. Привет. Ну что, как? Все прошло? Да. Отлично. Даже как-то жизнь лучше стала. Классно. Я рад, что ты восстановился и стал прежним. Так, какое следующее задание? Но для этого я тебе вручу сначала покой. Вечный покой. Тот самый мужик? Да. Ну как тебе? Это просто величайшее искусство. Хм, я знал, что тебе понравится. Вот этим ножом уже можно убивать кого захочешь. Именно. Ну, у меня есть профессиональные ножи, но их получают только истинные и достойные. Но ты можешь получить его тоже. Один величайший ножик, который был только один раз изобретен. Этот ножик — сосулька. Да, звучит довольно странно, но он тебе понравится, но ты его только можешь получить только за третье задание. Оно будет супер опасное и довольно очень трудным. Я думаю, это будет не труднее, чем с Хэви. Хм. Ну, ладно. А почему у этого ножа такое странное название? Он что, сделан из льда? Именно. Из льда. Его изобрел один ученый. Конечно, он был психом, но этот нож, он прекрасен, поверь мне. Так почему он летает в руках? Ну, это странно объяснить как-то. Возможно, тот ученый был слишком умен, кто знает. Да. Что ж. Третье задание будет довольно сложным. Встречаемся в туннеле. Хорошо, там, где я убил Сэмми Слава? Да. Привет. Ты говорил что-то там про третье задание. Да, третье задание. Оно будет довольно сложным и трудным. Я надеюсь, ты справишься с ним, потому что даже я справлялся в свои первые дни. Так, если ты справлялся, то почему документы до сих пор там лежат? Возможно, они их как-то украли, пока мы спали все. Ах, возможно, они отключили там, взломали что-то. Мы не помним, конечно. Да. И, кстати,
Кстати, перед тем, как ты мне расскажешь задание, можешь рассказать, как тебя зовут? Меня зовут... Что ж... Возможно, тебе имя покажется странным, но меня зовут Пилли. Ну ладно, Билли. Нет, Пилли, а не Билли. А, просто по этому старому телефону плохо слышно. Бывает. Так какое третье задание? Давай встретимся в туннеле. В синем туннеле. Хорошо. Так, я пришел, а ты где? Я тут уже. А, вот ты идешь. Так, какое третье задание? Пили. Третье задание будет довольно сложным и трудным, как я тебе сказал. Тебе нужно проникнуть на базу и принести мне сюда разведданные. Но просто так ты их не сможешь взять. Там всегда наблюдает инженер, и причем довольно опасный, профессиональный инженер. Я слышал про него что-то, он вроде бы починил чью-то машину и изобрел новую модель. Возможно, я возможно. Я слышал, что он любит быть гитарой об голову. Так что, ты справишься с этим заданием или нет? Да, но если я выйду из невидимости, у него же там автоматическая турель. Что ж, для этого есть специальная маскировка. Подмаскироваться под его союзника. Так вот, чтобы подмаскироваться, у тебя есть специальное такое небольшое оборудование. Ну, как сказать, не знаю. Она примерно вот так вот выглядит. Да. Здесь ты можешь подмаскироваться под любого. Ну да. Чтобы было компактное и сильное. Что ж. Надеюсь, ты справишься с этим заданием и не подведешь меня. Хорошо. Что ж. Можно я пробую этот маскировочный? Конечно, конечно. Ты можешь даже подмаскироваться под меня. Спай! Мне нужна помощь! Спай, иди сюда! Спай! Ты иди сюда! Меня преследует, нужна помощь! Спай, 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 спай! Так, вроде от него скрылся. Так, где это шпион? Мы разведданные? Нет! 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 Я его потерял след. Ладно. Фух, он меня не нашел. Где Пидни? Я ему должен учить эти данные. Так, он где-то тут. Так. Вот, Пили, это ты? Да, это я.
Я выкрал у него разведданные и сломал турель. Отлично. Он меня преследует. Видимо, я его не до конца добил. Очень плохо, очень плохо. Он может сообщить своим союзникам, и мы тогда будем вычислены. Я попытался ему сдаться так, а когда он отвернется, я его убью. Хорошо. Эй, техасец, ты где? Я на мосту. А? Что это были за звуки? Хм, походу кто-то говорил. Хм. Эй, инжир. Хм. Странные я на мосту, звуки. Иди сюда, я хочу тебе вернуть разведданное. Ха, шпион? Разведданные? Да. Да. Опа! Поаккуратнее, пожалуйста. Ха. Я просто можешь умный. Можешь подойти немного поближе, просто на свету немного получше будет. Так, да. И что же ты хочешь? Там что, другой шпион в проходе? Где? Вот тут. Пили, ты где? Я уже иду. Окей, я тебя жду на балконе. На балконе? Да. Ну, привет. О, привет, Пили. Привет. Ну что, я вижу, ты их раздобыл. Хм, отлично, отлично. Да. Что ж, молодец, наемник. Теперь ты официально достоин сосульки. Да? Ты справишься с этим? Да, да. Я просто не могу в мыслях. Он говорит, что меня тут встретит на мосту опять. Опа, здравствуйте. О, Пили, привет. Привет, Джонни. Да, что такое? Я слышу, ты справился, да? Да, это было легко. Хм. Как отобрать конфетку у молоденца? Верно. Ты справился очень хорошо. Но пошли ко мне в мое убежище. Ну, то есть, где хорошо. Был разведданный и все прочее. Да. А что было в этих вражеских разведданных? Тебе этого лучше не знать. Все равно хочется узнать же. Все равно они же вражеские. И не обращая на наш беспорядок, мы что-то тут повеселились немного, просто тут развили. Побухали, наверное. Ой, ну это. Ой, не смотри сюда. Ой, нет, 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 не смотри. Так, ага. Так, все, ага, молодец. Этот. А можно спросить, всё, что это за разведданные реально? Это разведданные всех мафий. Как ты видишь, мы обнаружили, смотри. Как ты видишь, мы обнаружили. Новые мафии, опасные. Видишь эти красные точки? Это самая опасная мафия. Да. Да, так зачем ты меня привел сюда? Что ж, пора признаться, я не Пили. Я знал то, что ты от меня свое имя скрываешь. И у меня нет никакой мафии. Я был лишь шпионом, чтобы тебя просто вовлечь и забрать все твои деньги. Так что мне придется с тобой попрощаться. Нет, не делай этого. Ты же надо. Помнишь, как у нас было хорошего моментов? Не слушай их, они... Эх, всего лишь две недели. Они могут то же самое сделать. Нет, мне так приказали. Они могут с тобой то же самое сделать, не надо. Я одиночка, я работаю сам по себе. Прощай. Нет, прошу, не надо, и добивай меня. Дай хотя бы насладиться этими последними моментами жизни. Что ж... Оставь меня просто тут. Дай мне просто прожить еще несколько... Нет, нет, у тебя нет такого выбора. И нет шансов. Пожалуйста, не надо. Прости, но надо. Не делай этого. Помнишь, сколько у нас было хороших моментов? Помню... Так надо было, Джонни, надо. Умер. Ха. Я думал, он проживет больше. Но не прожил. Стоп, а как ты выжил? Ты должен был умереть. Скажи спасибо звону смерти. Точно! Надо валить отсюда. Он выпал. Не уйдешь. Я распознал часы невидимости, я взломал их.
Ну что ж, привет. Ты думал, ты такой один умный? Черт. Ты думаешь, такой один умный? И вот он умер обманутым. И что же дальше? Финал ли это или нет? Продолжение следует.